Я точно знаю, что я буду делать. Я точно знаю, что будут делать мои не подчиненные, а соратники, мои друзья, мои коллеги, с кем мы жуем, как говорится, один хлеб, хлебаем из одного котла, едим одни и те же пуды соли, и потребляем, но я уже 3 года как не потребляю, одни и те же литры, бывает и так, вечерком иногда, спиртного. Дело молодое, и поэтому от этого тоже никуда не уйти. Но не это главное. Мы точно знаем, зачем мы приехали. Мы приехали за своими защитниками, которые погибли безвестно в свое время, к сожалению. И именно вот тут элемент неизвестности в их судьбах, он не истратился, не испарился за 60, уже считать, вот куда мы ездим, 65 лет прошло с момента боев, с момента их окончания. Вот этот элемент неизвестности, он так и остался, он так витает над этим полем боя. Когда приходишь туда, ты понимаешь, что ты не один, что ты рядом с теми, кто погиб. Их только нужно суметь найти. Я их чувствую, я их кожей, всеми порами, всеми, так сказать, волосками на своей голове. Их чувствую, и отчасти, может быть, это помогает как раз и приезжать в такие места. Потому что полей боев в России много. Как мы в журнале вот в своем написали, полей боев в России много. Есть такие там мелиоративные, есть там сельскохозяйственные, а есть поля боев. Когда происходило на этих полях такое страшное, что ни в каком фильме, ни в каком боевике не прописать и не показать тот весь тот ужас, который постигли наши деды, и превозмогли его, и многие остались живыми. Кому-то суждено было погибнуть, кому-то не улыбнулась судьба. Но в данном случае это ощущение и это понимание, оно иногда корректируется, знаете, чем? А тем, что все равно забытость и неизвестность судеб вот этих людей, которых я вижу, которых каждый день я поднимаю в экспедиции, все-таки имеет какую-то прореху. То есть, видимо, не все устремились туда. Значит, мы должны позаботиться, значит, мы должны породить за них, как за други свои. Я их слышу, подчеркиваю, без всякого привлечения. Иначе бы, ну, знаете, от цифры тоже ведь никуда не уйти. И главное, ведь не цифра. Иначе бы не было такой результативности. Мы, когда выезжаем, мы точно знаем, куда едем. У нас есть и карты полей боев, и нанесение потерь, то есть списки людей. Достаточно иногда поднять одну ложку подписанную. Хорошо, если человек есть в списке, то сразу после работы можно установить его полные данные. Сейчас интернет позволяет уже непосредственно из леса или с любого другого места, где есть мобильная связь, получать сведения, расположенные очень далеко, в Подольске, в Московской области, в архиве Министерства обороны. Сейчас 22 миллиона сканов размещены, это сканов донесения потерь формата А3, разрешением 300 точек на дюйм. Они размещены на сайте Министерства обороны под названием «Объединенная база данных «Мемориал». Коротко, если, obd-memorial.ru. Там собрано огромное количество документов, о которых я сказал. И мы прямо из леса, имея мобильную связь, прямо с ноутбука можем уже составить справку или, по крайней мере, произвести розыск по имеющимся даже отрывочным данным, благодаря системе фильтров, которая там применена, полных данных воина. Мы ведь знаем, какие части воевали на той территории, куда мы приехали. Мы знаем даты, периоды. Соответственно, мы знаем привязки местности. Каким населенным пунктом или ориентиром могли быть привязаны, как это обычно говорится в топографии, ориентиры этой местности. Соответственно, вот по этим признакам, а также по отрывочным данным, например, на ложке или медальоне. Вот, к примеру, медальон лежит. Мы с бойцом этим бьемся уже давно. Вот он найден в урочище Лодва в 2007 году. Вот он доверил бумажечку свою, то есть со своими данными, патрону, отгнила вот эта часть там, где выступала. А это сохранилось. Очень тяжело. И более того, этот боец, к сожалению, заполнил беглым почерком свои данные. Как результат, я вот сейчас сижу опытным глазом, уже навострившись, читать с помощью компьютера утраченные тексты. Утраченные – это невидимые в смысле, или неполные тексты. Я сейчас сижу и думаю, то ли он прописал орджоникидзевский, то ли прописал краснодарский. Вот верите ли, казалось бы, где может быть сочетание? А оно вот и так можно прочесть, потому что одну букву завиток так можно прочесть, а можно эдак. И вот этот боец нам пока не дался. Но я точно знаю, что он находится у меня
Вот в этом списке из 86 фамилий, которые мы вытащили, будем так говорить, из ОБД-мемориал, благодаря находке медальона другого бойца, рядом с ним лежавшего, в 10 метрах лежавшего от него, Иван Иванович Назаров из Алтайского края, Быстроистокский район. Тот развернулся хорошо, сохранность была получше, но все равно он не читался. Мы сейчас в лес ездим, ну, это по-разному можно назвать. Можно назвать круто, для нас это уже как в порядке вещей. Обязательно ноутбук, ну, про генератор вообще молчу, или там преобразователь напряжения от прикуривателя 220 вольт получаешь. Это обязательно ноутбук, это обязательно принтер, обязательно сканер. То есть, когда мы получаем, допустим, при бойце удается найти медальон, такой или сохранности, или той, которая была у Ивана Ивановича Назарова, значит, бланк достается аккуратненько, это процедура такая, чтобы не повредить. У Ивана Ивановича бумажечка была, ну, вот она желтенькая, и как бы ничего нет. Глаз чувствует, что что-то есть. Мы его в сканер на 600 точек прокатали. Потом в фотошоп зарядили, открыли насыщенностью и тоном насыщенности, поварировали. И смотрим, ага, пятна, вот и там расплывчатые пятна химического карандаша начали проступать. Неизвестность стала отступать на задний план. И сначала мы уже увидели букву, уже конкретную. Я уже вижу Н, уже вижу Иван, и понятно, что Иванович. Смотрю, Алтайский край, все понятно, нормально, наш мужик. Потом прочитался год рождения, более того, прочиталась улица, номер дома и жена. Это мы уже в фотошопе потом обработали, а потом, кстати, позже могу показать. Что произошло дальше? Дальше я захожу, подчеркиваю, через мобильный телефон с ноутбука, захожу в сеть, выхожу на сайт УБД-мемориал, запросные данные, значит, в поисковую строку, Иван Иванович Назаров, Алтайский. Она мне выдает буквально несколько человек всего. Иванов Ивановича Назаровых много, но алтайских совсем чуть. Московских, может быть, было больше, а может быть, ни одного. Но алтайских несколько было. Вот я по всем по ним прошелся и смотрю, что номер дома этой и улица указан только у одного человека. Один в один, как в донесении, так и в медальоне. Что дальше? Этот Иван Иванович, когда я его полностью определил, идентифицировал, вот я смотрю донесение, в котором он находится. А в этом донесении 86 человек. А мы на том месте подняли их 100 с лишним. То есть это означает, что мы эти 86 человек, 85 из них минус 1, 84 из них безымянные, мы подняли и определили благодаря одному Ивану Ивановичу Назарову. Во как! Приезжал НТВ, снимал вот это дело. Должны были это все показать по 26 декабря 2007 года по всероссийскому каналу, ну, в смысле, всероссийском выпуске, вечером в 19:22:45. Но наш сюжет вырезали, потому что, видимо, он оказался чуть менее сильным, аналогичным в Ленинградской области. Там через ОБД-мемориал наш коллега, руководитель питерского объединения, он нашел деда, которого и его отец, и он сам, как внук, всю жизнь числил пропавший без вести, именно благодаря, сам поисковик, представьте, именно благодаря тому, что ОБД-мемориал появилось, он определил, где точно воевал дед. Это оказалось от дома несколько десятков километров. Он там и пропал. Ну, пропал, что значит? Безвестно погиб. Опять же, вот мы с неизвестностью, так сказать, разбираемся. И вот лежит сейчас у меня этот медальон. Он почему у меня лежал вот здесь, вот так вложенный? А как напоминание, я ведь его не могу прочесть. Если Орджоникидзевский, как краснодарский. То есть, рано или поздно, я все равно эту мозаику составлю, среди этих 86 я его все равно найду. Они уже здесь, они где-то там, в виртуальном пространстве. Вот вся любовь.